Смотри, 4D. Знаете, какие плюсы в многодетной семье? Мама одна, нас много. Мама по магазинам бегать не успевает. Она заказывает все по интернету, магазину. Сейчас мама Ксюшу привела из детского сада, кормит ее. И она, конечно же, в интернете магазине заказала кучу всего. И все находится в этом пакете. Я тем временем утащила у мамы пакет. Ну что ж, не будем томить, давайте сразу же откроем. Ребят, вы посмотрите, что я нашла. Ребят, откроем все в следующем видео. Эти все попыты, все остальное. Это откладываем. Это точно мне. Вот это точно мне. Не буду открывать, тоже в следующем видео откроем. Давайте-ка следующее, если в этом что-то большое. Ребят, я тут первый раз вижу. Откладываем тоже. Шапочка. Ну что ж, ребят, давайте и шапку откроем и посмотрим, как она на мне будет сидеть. Она очень быстро открывается. Вот так она выглядит. Что-то я у нее не могу найти начало. А, нашла. Опля. Велика. Ну да, реально велика. Вот такая шапка. Блин, это что-то тяжело. Чувствую, скоро будем снимать видео про большой замес слайма. Про очень большой. Открываю и меряю. Давайте примерим. На большую ногу обязательно надо мерить. Как же без этого? Взбодрить ее. Как будто на меня. Все, жду лета. Жду. Давайте посмотрим, что дальше. Как же без этого? Очень люблю чай. Огромный замес слаймами будет. Вот, ребят, видели вы когда-то столько слаймов? Я первый раз вижу. Попытик. Демон. О, ребят, давайте сразу же откроем, посмотрим, что это. Лана давно просила одежду себе в садик, чтобы на тихом часу спать. И ее мечта осуществилась. Я теперь все такую же пижаму хочу. Ладно, складываем пока пижамку. Ну, забудьте, Милань, выложим такую. У меня просто нет речи. Посмотрите, сколько много слаймов здесь. В конце видео посчитаю, сколько там. Так, это явно мамина. Откладываем в сторону. Ребята, вы посмотрите, какой железный симпал-зимпал. Его же на кровати места нету. Смотрите, какой. Конечно же, звук кликанья его не слышно. У моей подруги есть такая радуга, весь класс у нее. Теперь у меня. Еще один слайм. И вот всего, наверное, слайм. Так, это мамина. Снайпер. Чуть слышала звук, но вот когда это вверх трогала,
Так, ребят, это что, господи? А, это лак, наверное, какой-то. Ладно, потом посмотрю. Еще одна мамина. На окне у нас будет расписывать, ребят, вы посмотрите. Ну, очень плохо потом упаковка двигается. Ребят, вы посмотрите. Еще вот эти вот пупырышки прямо успокаивают. Самый обычный снайперс. Просто самый обычный снайперс. Что у нас здесь дальше? Ребята! У моей подруги Полины, одноклассницы, есть такой. Главное, потому что я не перепутать. Значит, точно же такой черный. А мой восьмой. Возьму, кстати, еще. Несколько лаков, смотрите. Ребят. Смотрите. Не хочу фамилию. Давайте откроем. В подарок для пупырка. И наша, смотрите. Очень прикольная штука, мне понравилась. Пусть на слайме крутится. Ладно, давайте дальше. У меня есть такой один, но мне его одноклассники сломали. Наверное, в следующем видео покажу. А резиночка, как же без этого? Как меня тогда в школу заплетать? Еще одни мамины лаки, потому что у нас там полога смерти лежит. Я никогда не замечала твои. Ребята, посмотрите, как они у меня прикольно сидят. Только если бы без бинта, они были бы еще красивее у меня. Сейчас вы посмотрите, сколько мы уже много вытащили. Ребят! А, ну вам так не видно. Посмотрите. Ребят, это маленький Simple Dimple. Смотрите, какой Микки Маус. А почему я его до сих пор еще не открыла? Вот, у нас здесь открывашка есть, ребят. Ребят, вы посмотрите, это может быть брелок. Посмотрите, как он классно кликает. Там еще я видела, что-то было. Ну, и, наверное, снова что-то маленькое, мамина. Ну, и на этом все. Смотрите, больше ничего. Но нет, вот, смотрите, все, что наше. А вот здесь вот мамина лежит. Здесь новый был на канале 4D. 4 девочки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!